В Европе новые митинги против миграционной политики ЕС, на этот раз во Франции и Германии. В Париже демонстранты собрались около посольства Венгрии, чтобы выразить поддержку ее правительству, которое закрыло границы страны для беженцев. В Берлине акция собрала около 5000 человек. Основное требование – отставка Ангелы Меркель. По мнению собравшихся, политика ее правительства по приему выходцев из стран Африки и Ближнего Востока, а число прибывших по итогам года может достигнуть миллиона, полностью провалилась. Нам необходимо надлежащее миграционное законодательство. Политика Европейского Союза в отношении беженцев крайне неудачна. Госпожа Меркель либо наивна, либо следует какой-то странной идеологии. Или, может, на нее воздействуют какие-то внешние силы. То, что она делает, неприемлемо. Я имею в виду открытие границ.